Нет, это вот сырое, работать нельзя. Дядь Вов, а где газовый ключ? Газовый ключ видел? Газовый ключ, необходим мне газ. Ага, вот и ты. Продолжаем. На скорости. Приварился. Так, сгорели подушки, коробка упала, карданами за промопору стала зацепляться. Хотели сначала поддомкратить, что-то под коробку подложить. Но вышли из положения как? Открутили этот кардан. Утащим так. Сейчас будем цепляться. Вот таким вот нехитрым способом мы их сочленили. Открутятся. Так, пока мы с братом снимали карданы сзади, спереди, Сергей Николаевич с Владимиром Ильичем уже пасеку загрузили. Так, ну что, третья попытка. Все отлично. Все отлично. Так, еще одну единицу техники мы сегодня, значит, доставим к нам на базу. Снимем кун с 82-го, маленько подраскидаем его. Манипулятор и тоже уедет. Дядь Вов, ключи убери, ключи! Вот так инструменты теряются. В попыхах бросили, забыли, поехали, потеряли. Ой, ну давай, Андрей Сергеевич, с Богом. Вот так, друзья. Что не день, то новые задачи. И их надо выполнять. Потому что завтра у нас не существует, есть только сегодня. Ты что, бать? Тоже поехал? Тоже поехал. Ты будешь возвращаться? Да, я вернусь. Ты на тракторе или... Да я не знаю, Андрей-то на чем назад приедет. Позвоните, если что, я приеду, вас заберу или как? Приезжай, конечно, а иначе мы на чем сидеть. Но... Если распогодится с диджей, с диджей. Если только газика пригнать, сядем с Андреем. И того, и другого. Один к диджей не сядет, второй. Да зачем? На одном приедем. На 3307. Ну, позвоним. Чё там, дядь Вов, пакля, да? Да, вижу, вот она, конопля. Чуть делов нам вчера не натворила беды. Веревка. Веревка. А мы ее ищем, лестницу здесь всем этим колхозом, а ты ее потихонечку взял. Ха-ха-ха. Дядь Вов! Да вот она, лестница здесь. Да ладно, пользуйся пока, я там тормозами. Стащил у нас лестницу втихаря, а мы ее тут втроем бегаем, ищем. Ну вот и пчелки поехали на зимовку в Амшанник. Домой в Повалиху. Все, этот трактор уехал. Пасека тоже уехала. Значит, остается у нас синий. Остается у нас 82-й сгоревший.
Как я и говорил, непонятно, что с вот этим делать. Этот комбайн я потихонечку добью. Как вы уже знаете, он шевелится зад вперед. Сегодня доделаю тормоза, останется дозатор рулевого управления. Заводим в путь. Вот самая главная проблема. Так, дорогие друзья, так закончился наш рабочий день сегодняшний. Значит, с МТЗ-82 пока не получается. Несколько надо его улегчить. Сильно тяжелый для манипулятора. По синему Енисею, значит, практически закончил восстанавливать тормоза. Займусь завтра рулевым дозатором. И, в принципе, завожу, сажусь, гоню его сюда также. Немножко дождик, значит, нам испортил все сегодняшние планы. Но работу мы все равно нашли, несмотря на то, что сегодня праздник. Всех, кстати, с праздником. Девов у нас с утра до вечера. Они не кончаются. Поэтому нет погоды работать в поле. Найдем дела другие. Ремонт, запчасти, снабжение, опрыскивание и прочее. Все, всем пока.